Deník Moje noviny. Мы приехали с Каунаса, из Литвы. Наша команда «Нолтара». Мы заняли первое место в Каунасе, где был прелиминарный раунд. И сейчас на главном соревновании мы будем сражаться за победу и за первое, второе место и попадание в дальнейший этап. И приехала наша 14 мальчиков, игроков и их сопровождающий персонал. И были год назад у вас, очень приятно было, хорошо вы приняли нас. Большое спасибо за прошлый год, все было прекрасно. И мы надеемся, что в прошлом году нам не повезло, мы заняли последнее место. Может, в этом году нам повезет, и мы хоть на ступеньку выше точно подвинемся. Деник, мои новости.